9 утра. Мемориал боевой славы в честь танкистов-днепровцев в Киселевичах. Здесь за грабли и мешки взялись депутаты, представители предприятий и организаций города. Фронт работы и территория вокруг комплекса. В ход идут мусор и прошлогодняя листва. Основная задача, конечно же, привести в порядок вот этот мемориал, который находится в Киселевичах. Ну и чтобы привлечь внимание всех жителей города Бобруйск к тому, что необходимо поучаствовать в уборке города, навести порядок. В преддверии великого праздника Победы мы все вместе с предприятиями, администрация, депутаты приложим все усилия для того, чтобы город стал чище, красивее, и чтобы нашим людям было приятно ходить по нашему городу. Следующая локация – территория братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами. Повод у представителей общественных организаций не менее важный – высадка аллеи Рябин. Сначала были выкопаны ямы, их надо было полить, потом поставить ровно дерево, закопать его и закрепить двумя веревками с штырями. Акция также приурочена к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается сегодня по всей стране. Молодые деревья станут ярким напоминанием и символом мира, которые будут нести память через года. Каждое это дерево, а их высаживают на сегодняшний день миллионы, это каждый погибший узник. И вот мы за этими деревьями будем ухаживать, чтобы они выросли большие и останется в память о них. Чувствую радость. Радость, исходя из того, что вот собралось много столько общественных объединений. Что вместе с нами, людьми уже, вот как я говорю, уже вот мы такого возраста крепкого, да, с нами молодежь, с нами дети. И вот это, значит, радость от того, что мы посадили, и дай бог, чтобы это вот все выросло. Прошла уборка и территории Бобруйской крепости возле женского монастыря святых жен Мироносец. Желание сделать любимый город чище не связано с возрастом или родом деятельности. Помочь Бобруйску может каждый. Напомним, республиканский субботник пройдет в Беларуси 17 апреля. Половину всех заработанных средств направят Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Оставшиеся средства останутся в распоряжении облсполкомов. Их планируется направить на ремонт, реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.